Всем привет, меня зовут Ксения, и в этом году я торгую первый день, и сегодня я, скорее всего, буду торговать очень много. Возможно, буду что-то записывать, что-то не записывать и так далее. Сегодня буду торговать с командой, которую я бесплатно обучаю, там все такое. И уже я успела сегодня поторговать по нонфарму, который был там буквально 20 минут назад. Как я вам уже говорила, я закидываю просто в сейф свою прибыль, там коплю потихонечку. И сейчас я хочу просто ва-банком открыть одну сделочку. Я не знаю, что из этого выйдет, на самом деле, такой видосик для хайпа, но с учетом того, сколько я уже за сегодня заработала, такой риск я могу себе позволить. И как раз сейчас открою эту сделочку и рассказываю вам про нонфарм, там про видосики, про что-нибудь интересное. Очень сильно рекомендую вам подписаться на канал, обязательно ставьте огромные пальцы вверх, потому что я прям безумно кайфую, когда снимаю видосики для вас. И прям обязательно рекомендую, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка в описании. Там очень часто выкладываю всякие конкурсы, акции, пополняю ваши депозиты. В общем, ладно, вся информация будет там. А теперь давайте приходить в площадочку, открывать сделочку и еще с вами несколько минуточек болтать. Примерно знаю, что будет происходить, поэтому просто буду сейчас открываться минуточек на 5, на понижение. 5, так, и... Оп. Как-то вот так-то. В общем, что по нонфарму у нас? Как вы знаете, нонфарм — это самая сильная новость в месяце, в целом месяце. Выходит каждую первую пятницу. И обычно как? Вышла зеленая новость, мы открыли сверх. Вышла красная новость, мы открыли вниз. И сегодня у нас вышла положительная новость по доллару. Но, блин, минут 15 я просто сидела, потела, у меня потели ладошки, я боялась, потому что была реально тяжелая прям торговля. То есть сегодня нонфарм себя не отработал. И так как обычно, когда я, если торгую, то есть если я прям основательно там сейчас живу трейдингом, так скажем, я в нонфарм захожу прям большими суммами, для меня такие месяца, когда он заходит в минус, они прям болезненные. Но сегодня мне что-то прям внутри подсказало заходить прям дробями. Я это, к сожалению, не записала, то есть я не могу это показать на практике, но у меня каким-то образом получилось эту ситуацию развернуть в свою сторону. Но опять же, вы должны понимать, что подобная стратегия, там, открыться по цвету новости, это просто рулетка, потому что если бы можно было в 100% случаях так зарабатывать, то все бы мы уже были миллиардерами. То есть каждый бы уже пользовался этой стратегией, она бы уже 100% перестала работать. Ой, сделочка-то отлично заходит. Даже вот сделка открыта, вот там спустя буквально 25 минут после нонфарма, там 20 минут, сделка открыта против новости. И посмотрите, как все классно идет. И что хочется еще вам сказать по поводу моего возвращения в трейдинг. То есть я там на протяжении месяца уже достаточно активно торгую, достаточно много коммуницирую с людьми, кто торгует. И я поняла такую вещь, что вот сколько лет прошло, вот сколько лет я практически вообще не заходила на бинарки, все равно все еще столько же много людей, которые думают, что это кнопка бабло. Это не кнопка бабло. Нет. То есть в трейдинге зарабатывает маленький процент людей. Буду это, скорее всего, сейчас повторять в каждом видео, чтобы вы не думали, что я как-то агитирую вам идти продавать почку и пытаться заработать на трейдинге. Вряд ли у вас это получится. И, скорее всего, 90% людей, которые сейчас смотрят это видео, никогда не смогут тут заработать. И скажу более того, не то, что не смогут заработать, а то, что оставят просто чуть ли не последние трусы в трейдинге. А все по причине того, что мало того, что бинарные опционы — это, в принципе, ну, как ставки на спорт. Это что-то среднее между трейдингом и ставками. То есть брокером бинарных опционов не выгоден ваш заработок. Сюда подрубается лудомания. Про лудоманию, кстати, я тоже рассказывала уже у себя на канале. У меня лудомания. То есть я игроман, я лудоман. Я оставляю достаточно много денег в казино и, наверное, даже могу последнее там оставить. Сюда, опять же, подрубается то, что люди хотят наживы. То есть классная рабочая стратегия. Есть стратегия, по которой вы можете прям зарабатывать. Кстати, лучшая вообще стратегия для бинарных опционов у меня представлена в бесплатном доступе для команды. Как попасть в команду, опять же, у меня есть инфа в телеге. И да, там надо зарегаться по ревке, потому что партнерская программа реферальной ссылки — это один из моих источников дохода. Сразу говорю открыто, чтобы сейчас не появлялись комменты типа «она рифоводка». Да, я рифоводка, но такая благородная рифоводка. Прикиньте, сколько ценной инфы я даю вам бесплатно, а мне за это платят брокер, а не вы. Классно же? И вы получаете пользу, я получаю пользу, то, что мне капает с вашего торгового оборота. Так, у нас буквально 20 секунд там до конца сделочки. 30, сколько там? Плюс-минус. Так, короче, сделочки зашли в плюс.
И как бы за эти несколько минут я даже не поняла, про что я сейчас снимала это видео, просто сказала и о том, и тут плюсик, супер. И сказала и о том, и о том, и о том, и ни о чем. В общем, ладно, пусть это будет таким вводным видео в этом году. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения.